С пеленок обучают нас быть сильными и выглядеть уверенно и важно, но все равно бывает ночью тихой. Мы думаем о том, о чем нам страшно. Нам страшно, что не вечные родители, и понимаем, мы за них в ответе. Нам страшно, что когда расправят крылышки, о нас совсем забудут наши дети. Нам страшно дать слабинку, стать ненужными, надежд своих, чужих не оправдать. И что в последний час никто нам кружево не будет на прощание вышивать. Нам страшно потерять, что так нам дорого, и страшно большего не получить. И в этой жизни, данной нам от Бога, мы боимся путь свой не осуществить. И во все горло пусть кричат великие, что нужно быть и смелым, и отважным. Не верьте, люди, ночью темной, тихою, подумайте о том, о чем вам страшно.